Дзюба, наверное. Шуня, наверное. Я думаю, Дзюба. Артем. Ну, пусть будет Соболев. Мне кажется, Шунин. Или Слава Каравай, или Муха. Самошников, может. Караваев. Самошников? Каравай. Почему, я не знаю, ну, пусть будет Каравай. Самошников, я думаю. Артем хорошо играет, и я бы сказал Андрюха Семенов. Дзюба. Джике. Джике. Дзюба. Наверное, Дзюба. У Головина может быть поставлен такой удар? Я думаю, Головин. Рифат и Денис Черышев. Я думаю, это Заболотный, Джике. Головин у него. Ну, пусть будет Заболотный и Головин. Самый техничный – Леха Миранчук. Головин, Миранчук. Вдвоем они там соревнуются. Головин. Миранчук. Миранчук. Наверное, Леша Миранчук. Леша Йонов, наверное. Пусть будет Самошников. Ну, Самошников, давай, Самошников. Головин. Леша Йонов, скорее всего. Самый быстрый – Голова. Неповоротливый? Соболев, может. Ну, Соболев, наверное. Ну, обычно большие неповоротливые. Но у нас все вроде большие, техничные довольно-таки. И... не хотелось бы никого обижать. У нас нет таких. Двух наших нападающих. А это Артем и Саша Соболев. Неповоротливые. Кого сегодня обидим? Да нет, не назову, наверное, не знаю, честно. Ну, блин, по-моему, очевидно. Дзюба, конечно. Ну, Дзюба, наверное, 100%. Артем. Дзюба. Дзюба. Самый веселый? Юген. Югенер. Семенов, может быть. Ну, в какой-то степени, наверное, я. Я. Себя можно называть? Можно. Сафонов. Самошников, наверное. Назвал бы Долера. Не, Юру бы назвал. Жирков. Я. Георгий Джике. Кто больше всех любит поесть, у него не получается. Это он всегда следит за собой, за своей фигурой, за своим весом. Это Джике. Джике. Жора, наверное. Но я не видел. Не замечал. Дзюба. Марио. Соболев и Дзюба. Дзюбиньо. Соболев с Дзюбой. Артем. Фомин. Наверное, я. Марио Фернандес. Мухин. Ну, пусть будет я, что себя назову тоже. Соболев. Голова. Таких сборных не знаю. Соболев. 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 Капризный Соболев. У Андрея Мостового. Прям красавчик. У Баринова. У меня. Дюбин вчера постригся, так что у него, наверное, лучше. Ну, Мостового, наверное. У Мостового. Юрия Валентиновича, наверное. Сейчас у Сафона, он давно не стригся. Ну, наверное, ну, Жора, может. Пусть будет, не знаю, Ионов пусть будет. У него. Сафонову. Ну, Джика и Дзюба, наверное, даем. Наверное, это одна из ролей капитана, пусть будет Дзюба. Ну, Мага, Артем,
Джика. И я бы себя назвал. Не знаю, мне почему-то матч с Турцией вспоминается, когда мы играли на выезде. Но там был Кудряшов прям такой, прям его... В другой роли его увидел. Пусть, ну, его назову, да, Кудряшов. Артём. Это Мага. Я думаю, девочкам надо решать. Федя Кудряшов, я думаю. Ничего себе. Ну, я не разбираюсь, я самый симпатичный. Не знаю, ну, Мостовой пусть будет хорошо с его прической, с красивой, пусть будет он. Ладно, пусть будет Андрей Мостовой. Все. Ну, как техничные, наверное, они оба, Миранчук и Головин. Голова и Леха Миранчук. Миранчук. Самый талантливый, ну, наверное, Миранчук. Ну, голова, наверное. Захарян. Все-таки талант, он же, наверное, измеряется и возрастом. То есть молодой, талантливый парень, который все впереди, и он, надеюсь, еще будет играть в сборной.